Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте. Меня зовут Елена, я из компании «Мегафон». Очень приятно. Приятно с вами познакомиться очень. Да, Елена. Как ваши дела? Как ваше самочувствие? Ну, нормально, тем более сейчас так вот в самоизоляции столько дел тут вокруг. Все заняты своими книгами, перебирают там. Дел много. Продуктивно дни проводите? Не скучаю, нет, нисколько. Знаете, мы к вам с просьбой хотели обратиться. Наши абоненты вас очень-очень уважают и очень вам доверяют. И мы бы хотели, чтобы именно вы обратились к ним с просьбой оставаться дома и самоизолироваться в этот тяжелый период сейчас. Вы считаете, что они ко мне очень с доверием относятся? Абсолютно точно, абсолютно точно. Благодарен. Ну что ж, тогда обращусь с удовольствием. Давайте. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Николай Дроздов. Я обращаюсь к вам по просьбе компании «Мегафон». Сейчас очень важно оставаться дома. Ведь самоизоляция – это главная мера борьбы с эпидемией коронавируса. Поэтому прошу вас, пожалуйста, без крайней необходимости не выходите на улицу. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Спасибо за понимание. Спасибо большое, Николай Николаевич. Мы, в свою очередь, тоже желаем вам и вашим близким здоровья и берегите себя, пожалуйста. И я вам тоже хорошей жизни и прежде всего здоровья. Спасибо большое, спасибо. Всего доброго.